Ну і просто зараз до нас долучається російський опозиційний журналіст, редактор видання The Insider Тимур Олевський. З ними поговоримо і про смерть Навального, і про вплив цієї події на політичну ситуацію в Росії загалом. Пане Тимуре, я вас вітаю. Я вас вітаю. Сразу прошу прощения, да, за то, что из машины, но надеюсь, что нам ничто не помешает поговорить. Ну, вы же розумієте українську мову, я можу до вас звертатися? Конечно, да, розумію, конечно. Ну, тоді давайте розпочнемо. От з останніх повідомлень, які я бачив, адвокати і мати Навального не можуть знайти його тіло. Його немає в моргу, їм відмовляються його показувати. Як думаєте, що відбувається? Що це за ігри такі? Ну, первое, что приходит в голову, это не попытка скрыть причины смерти, потому что причина смерти – это просто заключение Навального в тюрьме, в первую очередь, в котором он провел в пыточных условиях 300 дней. Каждые 2 из 3 дней он находился в холодной камере без света и тепла, в узком пространстве, без возможности нормально есть, и постоянно замерзал. И это условия постоянно ухудшались и ухудшались и ухудшались. И последнее его место заключения – это Заполярный круг, поселок Харп. Ну, то, что вот если в вашем представлении есть какое-то понимание, что такое ГУЛАГ, вот это вот ГУЛАГ-ГУЛАГ. Его отправили туда, где... И там же посадили в ШИЗО. То есть, чтобы вы понимали, Заполярным кругом, где и так очень холодно, его посадили в самый холодный каменный мешок. И поэтому, если в его крови не обнаружится яд, и на шее не будет стрелоэволюционной полосы, то будет понятно, что он умер все равно от условий содержания. Путин его убил, его планомерно убивают. А вот, на мой взгляд, тело не выдают, возможно, потому что они боятся похорон. Это очень важно. Потому что похороны – это большое... политическое событие. А похороны – это повод его сторонникам собраться вместе и прийти, чтобы с ним проститься, где бы они ни проходили. По Уголовному кодексу, по закону Российской Федерации, статья, по которой Навальный был осужден, не такая, за которую родственникам не выдают тело. Он не террорист, он, по версии Путина, создатель экстремистской организации, суть которой заключалась на самом деле лишь в том, что он пытался легальными способами победить эту упырскую власть. Но выдать тело ему обязаны по закону довольно быстро. И им, родственникам, должны выдать довольно быстро. Вообще по закону там даже наоборот написано, родственники обязаны забрать тело как можно быстрее. У них есть 7, максимум 14 дней на то, чтобы забрать тело из морга у родственников. А, соответственно, у ФСИН есть 2 дня после обращения родственников на то, чтобы тело выдать. Но они придумывают всевозможные отговорки и объяснения, вроде тех, что причины смерти нужно установить, пока они не будут установлены, тело выдать нельзя. Теоретически тянуть с этим можно как угодно долго, но это продолжающееся убийство Алексея Навального, точнее, расправа над политической оппозицией в России в прямом эфире на глазах у всего мира. А почему они боятся похорон, я могу себе представить, потому что в России осталось очень мало поводов для того, чтобы людям удалось собраться вместе и посмотреть друг на друга. Один из таких поводов – это выборы, которые будут в марте. И да, конечно, люди могут прийти 12 часов, но и показать, что их много, написать в бюллетене слово «Навальный». Оно, кстати, с точки зрения политтехнологии там никакого значения не имеет. Результаты выборов – это действие. Это действие только ради того, чтобы увидеть, сколько людей вместе, и что солидарность... Ну, как бы, понимаете, чтобы просто люди, которые хотели жить в нормальной стране, сейчас уже, конечно, после смерти Навального говорить в будущем времени об этом несколько смешно. Хотели жить в нормальной стране, чтобы они просто поняли, что они не одни. Пане Тимуре, от ви кажете, що це, щоб побачити, скільки людей разом. Але ж ніхто не покаже, скільки їх. Ні, Центральна виборча комісія не буде, я думаю, показувати, скільки було цих бюлетенів з прізвищем Навального. Конечно, конечно. Ви знаєте, я розмовляв з людьми, які придумали цю акцію. І їх мотиви мені зрозумілі. Это сделано не для того, чтобы показать что-то Центризбиркому, и не для того, чтобы показать что-то Путину. Это сделано для того, чтобы показать самим людям, что они не одни. Потому что эти люди находятся в этой стране маргинализированными, напуганными, находятся под угрозой физической расправы самыми разными людьми.
И поэтому показать им просто, что они не одиноки, что у них есть какой-то шанс на то, чтобы что-то поменять, в этом и есть смысл. А похороны Навального, когда они состоятся, я уверен, что они состоятся, это будет повод для того, чтобы собрать... Даже я бы сказал так, если кто-то и не рискнет прийти на выборы в 12 часов, то не прийти на похороны Навального люди не смогут, потому что это, ну, это символ тех перемен, которые не состоялись. Я уверен, что этого боится Кремль больше всего. Ну, але ж я правильно розумію, що до виборів, мабуть, ніяких похоронів не буде, ніхто не дозволить цього? Ну, довольно довго, как вы понимаете, 3 недели так. Надо ждать. Но теоретически, если можно было человека держать каждые 2 дня из 3 в ШИЗО, то почему нельзя держать его тело в морге еще 3 недели? Теоретически, я думаю, да, они могут. Сделать так, чтобы до выборов ничего такого не было. Но я думаю, что сейчас даже больше вопрос решается о том, как именно сделать, чтобы это было, потому что это бояться мертвеца. Путин боялся живого человека, сидящего в каменной клетке. Единственного из всех, кого он боялся. А бояться мертвеца уже совсем как-то неприлично. Поэтому я предполагаю, что все-таки так или иначе эта ситуация как-то разрешится. И выборы, и похороны все-таки состоятся до выборов, так называемых, в марте. И мы с вами увидим, что на них будет происходить, где бы они ни состоялись. Но, вероятно, это должно произойти в Москве. Я думаю, что сейчас будут попытки заставить родственников пойти на какие-то условия Кремля, чтобы они были максимально тихими и незаметными. Но я представить себе с большим трудом могу на то, что они согласятся. Но, с другой стороны, знаете, все-таки я вчера видел видео, как и вы, Юлии Навальной, на в Мюнхене на конференции по безопасности и просто и видел лица людей, молодых людей, для которых Навальный был символом возможных перемен для его поколения, для их поколения, последнее поколение россиян, читавших хорошие правильные книги. До речі, та ж Юлія Навальна, про яку ви кажете на Мюнхенській конференції, вона ну, висловила певний сумнів у тому, що насправді помер Олексій Навальний, що ну, ніхто не бачив тіла, знову ж таки. Як думаєте, чи має право така версія на життя, що, можливо, не показує тіло з якихось інших причин, що він, можливо, живий? Нет, конечно. Ну, и очевидно совершенно, что в номер нет никаких сомнений. Сегодня матери Алексея Навального уже выдали справку о смерти. Я думаю, спекуляция на тему, жив или мертв человек, совершенно ни к чему. У меня нет сомнений, что его убили, и он мертв. И сейчас надо думать скорее о том, что это означает. Это очень большое историческое событие, которое означает для России очень много всего, что даже сейчас невозможно до конца осознать, честно говоря. Конечно же, вопрос в причинах смерти. Почему, я думаю, отчасти они пытаются их скрыть, потому что там обнаружится наверняка доказательство того, что его замучили в тюрьме, и это стало причиной смерти. А мучили его по личному приказу Путина. Его Путин убил Навального в тюрьме. В общем, нет никаких сомнений. Пане Тимуре, смерть Навального, або повідомлення про його смерть на тій же Мюнхенській конференції коментував і наш президент Володимир Зеленський. Він прямо сказав, що у смерті Навального винен Путін. Буквально цитата Зеленського: «Путін завжди вбиває, він сам по собі є війна, і тому він повинен програти все і відповідати за скоєне». На думку Зеленського, цього добитися можна лише разом з усім цивілізованим світом. На вашу думку, що може зробити, власне, цивілізований світ, щоб Путін програв? Ну, на самом деле, смерть Навального, гибель Навального стала поводом или помощью для Украины в получении западной помощи вчера, когда президент Байден прямо связал его гибель с необходимостью поставок, продолжения поставок вооружений и вообще помощи для Украины в борьбе с Путиным. Потому что гибель Навального продемонстрировала тем, кто, может быть, еще надеялся на то, что как-то переждет и продолжит сотрудничество с Россией в ее нынешнем виде, что это морально неприемлемо. Ну и на самом деле и физически опасно. И в этом смысле, мне кажется, красноречивые выступления Байдена уже ничего не было по этому поводу. Он прямо связал гибель Навального с поводом, причиной того, почему Америка помогает Украине.
Ну, сьогодні перед нашою буквально з вами розмовою ми бачили, що і Шольц приблизно казав те саме, і Макрон. Тобто, справді, і певні зрушення є. А чи вірите ви в те, що Путін колись може опинитися в суді за свої злочини? Чи уявляєте ви взагалі його собі на лаві підсудних? Нет, не очень представляю себе. Кстати, сейчас у него очень опасный момент появился, у самого Путина. Если конспирологические версии о дворцовых переворотах, ну, поддерживать и продолжать, то, знаете, если бы Путина ударили табакеркой по лбу раньше, то следующим после Путина на власть претендовал бы Навальный. Главный оппонент и главная надежда мира на демократию в России. А теперь, когда главный оппонент и главный конкурент Путина мертв, убит Путиным. Ведь Путину ничто не мешает. Никакой другой оппозиции, кроме людей из собственного окружения Путина, больше в России не существует, которые могли бы и хотели бы занять его место. Поэтому я могу себе представить, что Путину сейчас должно быть чуть более тревожно, чем было. А до того, как Навальный умер, вряд ли он это понимал, когда его убивал. Но, думаю, поймет. А что касается суда, нет, не очень верю. И, кстати, вы знаете, я вам что хочу сказать? Постоянные конспирологические рассказы о том, что Путин мертв, а на его месте сидит двойник, это тоже попытки Путина избежать суда. Потому что в этой логике, если Путин мертв, а на его месте сидит двойник, ордер Международного уголовного суда перестает иметь какой-либо смысл, его надо отзывать, если мы хотя бы на секунду с этим соглашаемся. Думаю, что его убьют или он умрет своей смертью. А вот люди, которые его окружают, я очень надеюсь, предстанут перед судом, как военные преступники, такие как, например, Маргарита Симонян, которая, конечно, всем, что она сделала, и ее там приспешники, вчера комментировавшие смерть Навального, безусловно, заслуживающие, на мой взгляд, самого высокого наказание каким-нибудь международным трибуналом о преступлениях военных, ну и соответствующими выводами этого самого суда. Ну, власне, зараз мы поки що не бачимо масових протестів у Росії. Ну і зрозуміло, що вони там заборонені. Масових, це ви що маєте в виду? Ні, так. Але чи можна з цього робити висновки про рівень підтримки Навального, Путіна? Якщо можна коротко, бо часу залишається. Я вам кажу так, що люди, які родились в Росії, яким зараз від 20 до 30 років, вони, мабуть, всі цілком підтримують Навального. Більша їх частина, подавляюча більшість. Люди, які виросли на Гаррі Поттері, підтримують Навального цілком. Люди, які старші, поддерживают Навального целиком в огромном количестве. И среди силовиков тоже есть очень много людей, которые поддерживали Навального. Навальный просто пытался поставить Россию на рельсы страны, в которой обращена лицом к человеку, а не к Молоху. Вот и все. А Путин так. К Молоху, а не к человеку. Это очень простая, почти библейская дихотомия. Тут нет ничего сложного. Я вас зрозумів. Я вам дякую за розмову. Я нагадаю глядачам, це був Тимур Олевський, російський опозиційний журналіст, редактор видання «The Insider».